началом я искренне прошу подписаться на канал и поставить лайк. Приятного просмотра. Всем здорово, друзья, с вами Дэн. Продолжаем играть в Лего Гарри Поттер. Первый по четвертый годы обучения. Продолжаем проходить сюжетку. Принц полукровка, да, вот у нас. Это либо название уровня, либо просто именно фильм, да, который вот год, который мы проходим. Так, у нас, наверное, опять урок. А, ну и мы будем бомбарду учить, как я понимаю, да? Так. Ну, скорее всего, да. Ну да, вот он спаунит металлические предметы. Ну да, в принципе. Хотя, в принципе, мы в прошлом году его выучили, по сути же, да? Ну ладно. Так, монеточки. Ну это да, это урок. То есть тут как бы ничего такого и не будет. Так, 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 так. Так. И по-любому где-то еще наверху, да? Так, монеточки я соберу на всякий случай. И давайте поднимемся вверх. На, вот тут тоже есть. А, ну все. А, ну, редукт. И в теории мы уже выучили все заклинания. Но, блин, у меня пропали монетки все. Жаль. Опять агуаменти, хотя он мне тут не нужен. Так, хорошо. Все, можно идти. Как я понимаю. Ну, вообще, вроде бы да. Да-да-да-да-да. Уходим отсюда. Идем, опять же, по стрелочкам. Мы за почти безголовым Ником. Сэром Николасом. Так, и чё у нас тут? Топаем, топаем, топаем. Опять по лестницам этим. Так, ну да, нам нужно наверх, а для этого нужно перестроить лестницу. Понял. Так, хорошо. А, ну и к Дамблдору. Да, типа, прям отрывками. Да, нужно, типа, новые воспоминания. Так, ну и погнали. Так. Опускаем лестницу. Бежим вниз. Так, 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 так. Заходим. Ага, нам сюда. А, ну в тайную комнату, по сути, да? Точнее, выручай комнату. Ага, и вот у нас уровень. Значит, значит, мы вроде к Слизнарту пошли, если я не ошибаюсь. Да. Вон, да-да-да-да.
Эй! Любовная это... Открытка была. С конфетами. Так, сейчас будем спасать Рона. Так. Нам нужно сейчас собрать ноты, походу, да? Ладно, без проблем, без проблем. Ставим сюда ноты. Нужно еще все. Нормас. Так, что они там выкинули? Что это? А, сейчас будем зелье шаривать? Новое зелье. Точно. В котором у нас в предыдущей игре как бы не было. Так, очки здесь, да, не просто так лежат. Да, все, это уровень пошел. Так, я так и не понимаю, что это какой-то бисквит. Хотя на самом деле это что-то типа угля, наверное. О, бомбарду. Так, пардоньте. Опа. Ага, и вот у нас сервиз. Так, я хочу еще вот это взорвать. А, ну тут нам это... Нельзя туда пока что. Так, кидаем. Угу. Ова. И да, и все стало нормально, хорошо. А, да, он же приступ словил. Так, Рон без сознания, хорошо. Голова оленя. Точнее, лося, скорее всего, да? Люстра, которую можем взорвать. Ну, ко мне очень интересно, да? А, теперь можем... Ладно, хорошо. А, он может креслом становиться? Это же как прям мистер Фантастик, короче, в Лего Марвел Супер Хиро смог превращаться в чайник. Ха-ха-ха. Прикольно. Так, так нельзя, да? Хорошо, значит, переключим и сделаем... Так, люстра у нас упала. Берем ключ. Несем ключ в шкаф. И открываем этот шкаф. Ага, так. Все, починили Рона. Попугай, так.
Так, 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 так. Мы, по сути, преследуем Драко. Опа. А, да, это же вот та самая эта битва в туалете, там, типа, где Гарри с помощью заклинания сильно поранил Драко, и Сивирус вылечил Драко. Как раз-таки он ранил его заклинанием Сивируса. Так. А, два. Так. Оба. На, то есть это еще не все, нужно еще будет его поискать, да? Так, я сразу там видел. Это для темной магии. Ну, открывай. Поудобнее встать. И отлично. Так, хорошо. Оба. Детали собираем. И получаем. А, это шашка динамита. Нифига себе. Что, прям подорвем его? А, нет, не его, ладно. Опять дуэль сейчас будет, да? Да. Нет, на самом деле, эта дуэль, ну, типа, прикольно. Так. О, у меня как раз нужно заклинание выбрано. Так, опять. А, нет, не опять. И кнопка дуба. Да, так и знал. Кнопка дуба. И... Ага, бомбардо. Так, ну и закликиваем его. И все. Вот, да, сейчас он прочтет заклинание. В книге. Ну да, вот Сивирус-то его как раз таки спас. Огр с предыдущей части. Ну, в плане Лего игры. Отсылочка, как трофей. Мы продолжаем. Ага, будем зелье шеварить. Не зря, что тут скелет. Ё-моё, лестница, что ли?
собираем. Ну да, лезем. Домик ничего. Спасибо. Так, у нас тут уже готовый котел. Сразу видим, можем здесь наполнить водой. Запускаем. Опа, это кто? Арнольд. А чё за ёжик? А, это же с нами не Гермион, а Джинни, ё-моё. Чё-то я перепутал. Блин, прикольный. Прикольный ёжик. Так. Так. Оп. Окей. А, то есть это нам и надо было взорвать. Окей, я просто думал, это так просто валяется. Но, видимо, нет, здесь какая-то люстра. А, это типа... А, ну-ка. Так, здесь нужно чинить. А здесь Джинни нам поможет как раз. Так, ну-ка. Вау, неплохо. Мы можем сюда пройти. А тут у нас... А, ну тут стандартная просто ракета. Так, а тут еще что-то активировал. Угу, понял. Собираем здесь. А, одна из трех. Арфа. Так. А, ну вышиби. Так, много монеток. А еще я знаю, что тут было две синенькие монетки. Так. Угу. Так, это какой-то кубок. Кубок огня, да? Там это наковальня даже. О, истинный волшебник собрал, нифига себе. А, и вот, да, этот шкаф. Так, ну и тут просто наполняем водицей. Опа, и вот этот шкаф. Попугай. Безотпройден, наступит режим свободной игры. Настоящий волшебник. 100%. Да, я даже не знаю, как мы выполнили, но выполнили.
Так, 684 800 монеток. Золотые блоки 37. Да, 37. И продолжаем сюжет. Посмотрим, где мы, что мы. Ну вот, катсцена. А, типа, удачи, да. Так, ну все, друзья, на этом буду заканчивать. Я с вами был Дэн. Всем удачи. Подписывайтесь на канал, ставим лайки, комментируем это видео, делимся этим видео с друзьями. А с вами был Дэн. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока-пока.